третьей серии сериала «Сумасшедшее сердце» вы узнаете о том, как Адир делает большой шаг, когда женится на Тюркан, чтобы иметь возможность забрать Шукран. Однако не так-то просто будет забрать ее обратно. С другой стороны, Кадир увидит доказательства того, что Фатмунар умерла. То, что он делает, то от тоски Фатмунар заставляет Хайри забеспокоиться. Хайри, испугавшись того, что его план провалится, ускоряет подготовку к свадьбе. Фатмунар слепо следует судьбе, которую готовила для нее семья. Ахмету неловко знакомит свою мать с семьей Фатмунар. Из-за этой ситуации Ахмет вновь причинит боль своим близким. На этом краткое описание сериала окончено. Посмотреть данную серию вы сможете уже 18 июля на русском языке. На этом, собственно, все. Всем спасибо за внимание. До встречи. Пока.